Представляем вашему вниманию коляску-трость Cybex Ruby, предназначенную для детей в возрасте от полугода до 3 лет, весом до 15 кг. Если вам нужна легкая и простая коляска для путешествий, которая компактно складывается, то Cybex Ruby вам вполне подойдет. Легкий вес всего 5,7 кг, компактное складывание тростью и эргономичные ручки удобны для родителей. Большой капюшон укроет вашего малыша от солнца. Водонепроницаемый капюшон защищает от ультрафиолетового излучения 50+. Его можно убрать при помощи боковых фиксаторов. Наклон спинки регулируется в двух положениях. Достаточно переставить фиксаторы на сиденье в нужные пазы на раме. Пятиточечные ремни безопасности регулируются по длине. Их просто расстегнуть при помощи кнопок посередине. Чехол прогулочного сиденья можно снять и постирать при температуре 30 градусов. Коляска маневрена благодаря передним поворотным колесам с блокировкой. Чтобы заблокировать колесо, достаточно поднять фиксатор на колесе вверх. Чтобы разблокировать, опустить вниз. Если вы едете по неровной поверхности, например, песку или снегу, колеса лучше зафиксировать. Обратите внимание, и задние, и передние колеса сдвоенные. Это придает коляске большую устойчивость при движении. Внизу мы видим вместительную корзину для покупок. Ножной тормоз действует сразу на оба задних колеса. Опустите фиксатор вниз, чтобы поставить коляску на тормоз. Чтобы снять коляску с тормоза, поднимите фиксатор вверх. Сложить коляску Cybex Ruby весьма просто. Для этого достаточно поднять центральный фиксатор вверх, опустить боковой фиксатор и сложить коляску. Коляска оборудована удобной ручкой для переноски. Чтобы разложить коляску, вам достаточно просто ослабить боковой фиксатор и потянуть ручки на себя до щелчка. Коляска готова к прогулке. В комплект коляски Cybex Ruby входит дождевик и инструкция.